Здесь также есть, кто любит заниматься дайвингом, школа дайвинистов. Нырять. Я больше не знаю мест, где этому учат. Привет, друзья! Я нахожусь в городе Лейпциге, на одном из озер в городе Лейпциг, три озера. И это называется Кулькицерзее, Кулькицкое озеро. Я считаю, что это озеро самое чистое в городе Лейпциге. И кто здесь был, здесь купался, он может подтвердить, что здесь очень приятная вода, очень чистая вода. И я вот ноги вижу, даже когда по пояс захожу, вот смотрите. Когда по пояс захожу, то вижу свои собственные ноги. Вот. Я могу по пояс зайти полностью весь. И вижу себя и ноги. В общем, все видно. Тот, кто хочет посетить город Лейпциг, но никогда здесь не был, обязательно приезжайте сюда. Здесь очень приятные места, красивые есть, вот как видите. Кто любит, как тут говорится, свободное загорание, то здесь тоже есть. Кстати, вот это и часть этого пляжа, где большой, говорится, сезон, очень много людей загорают, чем мать родила. Те, кому это не очень нравится, они идут в ту сторону, туда дальше, и там уже все в плавках загорают. Поэтому даже для любителей загорать, чтобы загорало все, вот это вот здесь. Но мне это место нравится не потому, что тут все загорают без всего. Кстати, сейчас таких нету, кто загорает без ничего. Здесь самый лучший берег. Здесь самая приятная травка. Озеро, травка и щебень. То есть это озеро очень успокаивает, очень придает энергии. Так что обязательно посещайте и купайтесь. Ну, вроде и все, что я хотел сказать про город Лейпциг. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Сергей Лихий, пока.